Зима вошла в азарт, весна заигралась в прятки. Температурные качели января, плаксивый февраль и сугробы в марте. Синоптики уверяют, таких аномально теплых прогнозов еще не было в истории метеонаблюдений. Сюрпризы на этом не закончатся. Сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности, на дорогах местами гололедица. В городе прогнозируют осадки, дождь со снегом. Ветер северо-восточный порывистый. Температура воздуха днем от минус 1 до 4 с плюсом. Всему виной обширный антициклон. Завтра малооблачно, без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедится. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью, минус 6, минус 11, местами до минус 12, минус 14 градусов. Максимальная днем завтра плюс 2, плюс 7. В среду синоптики обещают резкое потепление до 4 со знаком плюс. К выходным температурный столбик покажет уже 10 выше нуля. Из-за аномально теплой зимы в южных регионах, к слову, зацвели первоцветы, тюльпаны и крокусы. Календарная весна не повод прятать шарфики, перчатки и шапки на антресоли. Зима пришла в марте, отступать пока не собирается. Ночью обещают 12-градусный мороз. Кристина Риянс, Максим Кебель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.